а прежде чем мы приступим к нашему годному видосу, я советую тебе подписаться на мой канал, потому что я слежу за своими комментариями, что мне пишут. И мне часто пишут ребята, мол, блин, подписался на ММА, нашел Легу сразу. И это мне писали не один раз, это реальные рассказы, никакие там ни слухи, ни обман для того, чтобы вы подписались. Так что, ребята, подписывайтесь, найдете Легу, я еще научу вас играть ею. Всем здорово, ребят, с вами ММА. И сегодня вечером будет отличный видосик, как я апнул Пенни на 700. Но я его заранее подготовил, я даже не думал, что с утра придется пилить еще один. Потому что появились какие-то крупные новости, что-то мучат разрабы. Как обычно в их стиле, ничего не понятно, все нервничают. В общем, происходит какой-то бардак. Они опять заставляют о себе говорить, возможно, это повод хайпануть. А возможно, это реально плохие новости, но давайте разберемся по порядку. Вот, зашел я, короче, на их YouTube. Здесь было много видосов миллионников и нету ни одного. Здесь пока ничего нет, пишут. В видео графу заходишь, там тоже ничего. В общем, ладно, пошел я дальше. Перешел на ссылку в Facebook, которая оставлена в шапке Brawl Stars YouTube. И почему-то он попросил меня зарегистрироваться, либо зайти. Я зашел, перешел опять, и в итоге он мне говорит, что в данный момент ссылка недоступна. По поводу Фейсбука не знаю, возможно, гонит что-то у меня, либо ссылка сама не рабочая. Ну, в общем, ладно, я зато подписан на них в Инстаграме, и я пошел туда. Полазил там, и, ребята, там тоже ничего хорошего не нашел. Там было почти все то же самое, нету ничего, но есть... Одна только картиночка, один пост, который они оставили. И на самом деле этот пост вызывает вопросов больше, чем дает ответов. Я вообще запутался уже. И сейчас я вам его покажу, но давайте пораскинем мозгами. Допустим, есть примерно два варианта. Первый вариант, давайте начнем с плохого, это закрытие игры. Но я вам сразу могу привести аналогию. Блин, игра закрывается, в чем суть? Там какие-то интриги плести, видосы удалять. Вы просто закрываете игру и все. Это плохие новости. Ничего хорошего в этом нету. И поэтому тянуть здесь кота за хвост смысла не вижу. Просто объявил о закрытии, удалил ее там со всех доступных платформ, откуда скачивают. iOS, там, Android через VPN качают наши русские пацаны. И в общем, ладно, ребята, не суть. В общем, я думаю, это вряд ли закрытие. Вот он, самый пост в Инстаграме. Вы его давно уже видели. И мы все это уже много раз обсуждали. То ли там режим 5-5, то ли они уходят от нас, и это закрытие. Но потом видно было по ногам, что идут они навстречу. Потом разбирались с солнцем. То ли это рассвет, то ли закат. В общем, много вопросов, ребята. И смотрите, суть такова, что давно уже не было обновы. Уже прошла неделя от следующего сезона. Уже, блин, почти, если не ошибаюсь, 2 месяца ничего не было. Почти 2 месяца будет. Как раз неделя прошла. Кстати, я уже апнул 12к. Возможно, пойду на 13 тысяч. Но это не суть. Суть в том, что осталась неделя, и как раз в понедельник они начали свою работу, и осталась ровно неделя. Возможно, мы услышим какие-то более детальные новости. В принципе, блин, за 2 месяца надо что-то придумать. Либо вы уже делаете нормально, либо, блин, закрывайте, раз так не хотите. Но в целом я думаю, что мы услышим что-то хорошее. Возможно, они нам объявят, что уже Brawl Talk создан и заснят. И будем ждать тогда его, и там уже будет все понятно, что к чему. Либо же просто расскажешь нам об обнове, может быть, объяснят свои действия. Но я думаю, раз они так это сделали втихую, ну, вряд ли они нам что-то будут объяснять. Они вообще мало чего объясняют. Они иногда к нам относятся как-то не по-человечески, к нам, любителям данной игры. Многое остается непонятным. И в целом, я думаю, сейчас это тоже, в принципе, неплохо, потому что сейчас игру обсуждают, дальше больше, возможно, она станет популярнее, и больше людей будут ждать ее глобала, а когда выйдет в глобал, то порвет весь топ игр по скачиванию, там, по популярности. Так что, ребята, я думаю, все будет хорошо, осталось лишь дождаться, что же они хотели этим сказать, и что же на самом деле будет. Но я думаю, закрытия точно не будет, потому что логически я не вижу перспектив, чем же они будут заниматься, если они закроют эту игру, которая на самом деле подает большие надежды. Ну, в общем, ребята, как-то так разъяснил. Всем удачи. Если вам понравилось, то поставьте лайк и напишите, что думаете по этому поводу.